Все сосредоточены, все снимаются, все хорошо, все, все хорошо. Что делает Прокоп? Он на пляжике лежит. Ну да, что он еще может сделать? Давай тащи его сюда! Давай тащи его сюда! Давай! Прокоп Абкали! Мои кальмары стоят. Подожди, а как мяч должен? Ребят, я на эту тему ни с кем не разговаривал, поэтому люди, которые это говорили, они не могут знать никакой правды. А можно этот футболок, пожалуйста, и Прокоп дали на бить? Ты идешь в Амкал. Да, вот сейчас иду. Сейчас ты туда? Я сразу, заранее, в Амкал. Скажи Герману, что я завтра подъеду. Ладно, ладно. Прокоп бест полузащитник на турнире. Если бы финал выиграли, забрал бы. Многие не знают, что Майка зовут Миша и что Прокопа зовут Миша. А ты же не успел, да, потренироваться с Прокопом вообще? Нет, я не успел, к сожалению. Вот, я очень расстроен. Я бы хотел с Мишей в одной команде играть. Прокоп. А Прокоп же переходит в Амкал? А да. Да? Да. Есть же инфа? Да. Да. Это уже вроде все. Ну, а Коля уже потом перешел. Да. Значит, есть шансы? А Миша же говорил, что он выбирал между хуёвым и хорошим коллективом. Ладно, пора с ним записать. Его, кстати, на спорте.